В столице сегодня состоялось торжественное открытие центра недвижимости. Компания успешно работает на рынке недвижимости Махачкалы и Каспийской. За довольно-таки короткий срок стала одной из самых динамично развивающихся компаний. На открытии побывала и наш корреспондент Ума Ибрагимова. Вторичное жилье, новостройки, военная ипотека под ключ, но и все самые сложные сделки на рынке недвижимости. Это основные направления деятельности компании. Тамерлан Аздуев рассказывает, главное преимущество компании «Центр недвижимости» в том, что абсолютно любая сделка прозрачная, и покупатель может не сомневаться в честности составляемого договора. На одну и ту же квартиру может быть несколько собственников. Он не знает, что по данному объекту, а конкретно квартире, есть еще какие-то моменты, допустим, это у нас коммунальные услуги, задолженности бывают. Бывает, квартира находится под обременением, бывает, состоит в споре. Поэтому, чтобы не натолкнуться на всякого рода мошеннические действия со стороны черных риэлторов, лучше простому человеку прийти и обратиться к специалисту. При покупке квартиры или же при заключении кредитного договора главный вопрос многих граждан – оправдан ли расход. В частности, это касается материнского капитала и военной ипотеки. Организация «Центр недвижимости» решила сделать упор именно на эти два направления. Люди не будут настораживаться по поводу серьезности компании, считается учредитель «Центра недвижимости» Султан Гаджимурадов. По его словам, «Центр» является официальным партнером Сбербанка и МФЦ. Недавно прошло собрание в Сбербанке, собрали всех риэлторов города, всех застройщиков. И там было озвучено, что центр недвижимости на данный момент занимает лидирующее место по продаже квартир по военной ипотеке. То есть это около 10-20% от рынка, от всех продаж по военной ипотеке по Республике Дагестан. Торжественное официальное открытие организаторы решили разбавить конкурсами и розыгрышами купонов. Так, кто-то получил скидочные сертификаты, а кто-то, в числе которых Фирдаус Закаряева, выиграла бесплатный поход в кафе. Женщина делится, не упустит случай и обязательно сходит с внуками поесть мороженое. Было очень приятно и очень интересно послушать все новости, всякие эти самые своего рода. Даже если понадобится обратиться по поводу покупки недвижимости, я, конечно, обращусь сюда, в этот центр. Ума Ибрагимова, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.